Я больше не делаю упражнения Кегеля. Точнее говоря, 21 год назад у меня родились близнецы. И я была вынуждена делать эти упражнения. Должна сказать, что это было не очень эффективно. И для большинства пациентов с сильно выраженными симптомами будет сложно выполнять упражнения Кегеля, поскольку мышцы становятся дряблыми и атрофируются, из-за чего контролировать их очень сложно. Поэтому такие пациенты не могут делать упражнения Кегеля, даже если они им необходимы. Но должна сказать, что некоторые пациенты считают эти упражнения очень эффективными в решении своих проблем. Пациенты, которым нужна терапия, это люди, которые сталкиваются с недержанием мочи, неважно какого типа, стрессовым, ургентным, смешанным, независимо от степени выраженности симптомов. Я видела также пациентов с гиперактивностью мочевого пузыря и даже с нейрогенным мочевым пузырем, и в большинстве случаев у них были улучшения. Иногда результаты были действительно впечатляющими, и многие пациенты считают, что этот опыт изменил их жизнь. Наверное, вы будете спрашивать, зачем, как хирургу, вам вообще это нужно? Но я хирург по женской части. Я работаю с проблемами, связанными с возрастными изменениями. Я работаю с женщинами в менопаузе. И иногда у меня те же проблемы, что у моих пациентов. И даже если у меня нет симптомов, я могу понять, насколько они проблематичны для большинства моих пациентов. И как хирург, должна сказать, что, возможно, многие просто не понимают, что у хирургического вмешательства есть ограничения и противопоказания. В этом случае я могу предложить кое-что другое. И во многих случаях это может помочь отсрочить хирургическое вмешательство, либо поможет лучше сохранить результаты такого вмешательства и также быть хорошим дополнением к операции. МСЛ хорошо работает в сочетании с РФ-аппаратами, которые используются для интимного омоложения. И в сочетании с фракционным CO2 лазером, использующимся для тех же целей. Поэтому, если применяется комбинация процедур вне зависимости от того, лазерные ли это процедуры или РФ-воздействие, вы должны проводить процедуры на МСЛ в тот же день. Больше всего меня радует как врача то, как сильно к лучшему меняются жизни моих пациентов. Я слышала от своих пациентов, что примерно $1000 в год они тратят на прокладки, не говоря уже об изменениях в образе жизни, которые, как вам известно, вызывает эта проблема. Поэтому женщины, которые боятся выйти из дома без прокладок, женщины, которым приходится вставать посредине ночи, чтобы сменить белье или пижаму, могут рассказать вам что-то очень интимное о себе и о своем опыте на пути к улучшениям. Всего пару минут, и вы узнаете, как заметно изменялись их жизни и жизни их родственников день ото дня.